Всем привет, с вами опять Позитив 130. И сегодня мы будем это первый выпуск из моей рубрики «Раздолби и посмотри, что внутри». Вот. Сегодня мы будем долбить вот этот вот локомотив. Он уже старый, не работает. Я тут, конечно, его уже поломал немного, поломан немного. Ну вот. Собственно, нет, не важно. В принципе, сейчас мы будем его долбить, как вы уже поняли. Вот. Все, что нужно, у меня есть вроде бы. Это две отвертки, крестовая и минусовая. И нож. Я варвар. Ну вот. Собственно, этот паровозик у нас больше не работает. Значит, его надо дисквалифицировать. Так, надо камеру повыше поставить. Сейчас. Подождите. Ну вот, вроде бы поставил. Как-то... Я же бы не упала. Ну вот. Сейчас мы будем долбить. Долбить до такой степени, что просто кусочки разлетятся. На! Чуть не особо помогает. Гиря весом в 2,5 килограмма. Ну ничего, сейчас мы ее задолбим, как сказать. Ну вот. Это не серьезно, да? Поэтому я приготовила кое-что жарче. Что тебя? Надо разбить вот это. Пластик я ненавижу. Кстати, тут же мотор еще есть, нам надо его забрать и выключать. Колесики отвалились. Оп, подставочка под них пошла нафиг. Сейчас мы открутим эту херню. Пластиковую всю основу. Плата там, как я понимаю, мотор, выключатель и один светодиод. И еще динамик должен быть, потому что он у меня еще такой... Или какие-то еще звуки там были. Ну, как-то так. Короче, динамик по любасам там должен быть. Плата всякая, там еще херня. Так, шурупчик. Нормас. Отдай! Блин, тут еще. 4 всего. Это затянется. Ладно, я сейчас вернусь, я раскручу. Итак, я снова тут и... Нифига себе тут! Твою дивизию! Не, вы это видите, а? Офигеть просто, я вам скажу. Офигеть! Тут много всякой херни, и она меня пугает. Офигеть! Я вам скажу. Офигеть! Ладно, я отцеплю тогда все провода вот от этой пластиковой фигни и вернусь. Ну вот, я, собственно, не удержался и взял такой вот топор. Меня уже задолбало. Честно говоря. Давай. Тварь, а? Крепкий пластик, русский. Я вам скажу. Блин, мне вот эти вот 2 контакта осталось убрать. Я просто не хочу их это выбрасывать. Они мне нужны. Я их найду. Я их не найду уже. На, тварь. О, треснул. Херово треснуло, я вам скажу. Очень фигово треснуло. Так что пробуем дальше. Чудесная погодка. Какая-то хрень вывалилась. Контакт вывалился, круто. И второй надо вывалить тоже. Там запись.
5 минут. Еще 10 минут осталось мне снимать. Давай, тварь тупая. Как сказать? Неплохо. Неплохо. Ну вот, собственно, пластик нам не нужен, как вы уже поняли. Блин, сколько же тут мусора-то будет, а? Это еще начало, я вам скажу. Начало. Ну, а вот и выключатель. Герой. Блин, выключатель-то расхерач. Фигово. Очень фигово. Ну ничего, починить можно. Так, кстати, херню убираем отсюда. Шурупочки, возможно, пригодятся. Так вот все аккуратненько сметаем ручками. Блин, реально, очень много пластика разлетелось, очень. Так, дальше. Дальше. Тут у нас вообще вакханалия идет. Это мы уберем пока что. Так. Охренеть. Просто охренеть. Ладно, я сейчас тогда запись выключу и это остановлю, то есть это и продолжу. Итак, сейчас у нас самый интересный момент. Так, снимаем. Это что? Вы не хотите сказать, что это моторчик? Серьезно? Ребята, это мотор. Офигеть. Ну, в принципе, и следовало ожидать. Сложно было догадаться. Круто, на самом деле. Это что, магнит, что ли? Смотрите. Охренеть. Ну-ка. Чего? Это просто тупо железо. Понятно, это для веса, короче. Ну, пригодится, наверное. Чего ж? Светодиод, кстати, я добавил. Так, еще вот это вот, как я понял, звуковая фигня. Да, эта штука отвечает за звук. Шестеренки, херенки. Они нам не нужны. Вот. В принципе, круто так-то. Че херня? Так, разбираем дальше. В принципе, что уже делать? Больше нечего. Ой, тут магнит огромный. Феритовый. Фигово, конечно, что феритовый. Ну, кто знает, может, и неодимовый. Неодимовый. Давай, тварь. О! Разрушайся. Разрушайся. Давай, давай. Есть. Опа-на! Ни хрена себе! А вот и... медная катушка. Супер! Смотрите. Тут фигня.
нет, такая золотистая. Это... Да-да, это медная катушка. Я вам хочу сказать. Так, а тут у нас надо разделить. Где магнит? А где еще что-то? Я пока не понимаю, где что. Ладно, я сейчас вернусь. Ну, в принципе, я разобрал так-то все вот это вот. И, в принципе, вот это вот какая-то железная фигня. Не знаю, очень мало она магнитит. Я ее, пожалуй, выкину, что она мне не нужна. А вот это вот самый огромный магнит. Большой. В принципе, прикольно. Что еще можно сказать? В принципе, ничего. Так-то вот такая вот кучка и полезных так-то материалов. В принципе, вот все так-то. В следующей части я вам покажу, как я разбираю вот это вот. Это мой, ну не мой, а это, ну короче, старый телефон. Я его включал, короче, у него это просто тупо, он сам перегревался, и все, и ничего не делал, просто экран что-то беленьким там светил немного. Вот я его так вот швырнул от пола, и ничего не случилось. Вот, HTC вроде бы. Вот. Я его там осмотрел немного, просто вот крышку открыл, и все, и так ничего не делал. В принципе, вот во второй части сегодня же я ее покажу его. Ну ладно, вот, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Позитив 130. Подписывайтесь, оценивайте видео. И всем удачи. Всем пока.